Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. Он должен выступить в суде. Во что бы то ни стало, найдите его! 8 сезонов сериала «Дробилка» подошли к концу. Дядя Дин, это так круто смотреть с тобой твой сериал. Это не значит, что он убийца. Он реплики повторяет. Тихо. В этом сезоне узнаете Дин из «Дробилки». Дробилка. 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 Ты дробилка? Был. Давным-давно. Куда ты смотришь? Что там? Ты расстраиваешься каждый раз, как он приезжает. Он ведь звезда, а ты вроде как второстепенный персонаж. Привет, Стю. Привет, а почему вы в моем кабинете? Твой брат байки травит. Проходи, садись на пол. За 8 лет съемок он выучил кучу терминов, только смысла их не знает. Дробилка на сделке нить. Точно, не в его стиле. Это что сейчас было? Я-то смысл знаю, только говорю не так эффектно. Ваша честь, мой клиент Виктор Эмирес прожил 9 лет по адресу Оук-стрит 887, и 5 июня Альберт Кранц повысил аренду до $750, нарушив статью 298 общего закона штата. Закона штата. Я ни слова не поняла. У меня вопрос. Вы говорить умеете? Сериал кончился. Чем займешься теперь? Я все понял. Отец был адвокатом. Ты отличный адвокат. Я играл отличного адвоката. Пора заняться этими в жизни. Защита вызывает Альберта Кранца. А может, и с вами? Конечно. Нет. Против всех. Да вы настоящий спец. Так ты пойдешь в универ? С какой стати? Я 8 лет снимался в юридической драме. Кое-чего нахватался. Он себя дробилкой считает? Не умеет он дробить? Я дроблю. Да. Я дробилка. Да. Еще какая? Хватит. Ладно. Ты же знаешь Дина. Он наверняка уже передумал. Народ, в конце месяца сдаю экзамен на адвокатуру. От авторов в пролете. Мне нужны эти карточки. Это тебе только кажется. Дробилка! Мой любимый зритель. Серьезно? Они будут работать методом проб и ошибок. Здравствуйте. Возражаю, контакт с судьей. Поддерживаю. Это ее фишка. Разрешаю. Ваша честь, это безумие. У меня 10 миллионов возражений в голове. Роб Лоу. Можно очки на секунду? Рэд Сэвидж, мне нравится твоя жизнь. Ты сделал правильный выбор. В твоей жизни есть смысл. Я тоже так хочу. И благодаря тебе могу получить. Люблю тебя, брат. Так сильно люблю. Ладно. Надо чаще так делать. Обниматься. По полчаса. Дробилка. Будет супер. Слишком громко. Ты не умеешь шепотом говорить? Театральный шепот. Я не знаю, что это. Что это такое? Шепот, который слышно всем. Просто вслух. Да, но эффектнее.